Видео предоставлено сайтом online-ktz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся с выполнением задания Unit 3, часть 3, Section 2, раздел 2, Exercise 29, упражнение 29. Find the adjectives in the text. Change them. Найди прилагательные в тексте, измени их. Example. Small, smaller, the smallest. Для начала давайте попробуем отыскать все прилагательные в данном тексте The Green Garden. Итак, мы нашли несколько слов. Long, tall, wide, happy, sad, nice, cold, merry, sunny and warm. А теперь давайте вспомним, как же образуются степени сравнения прилагательных. Если берется английское прилагательное из одного слога, то сравнительная степень образуется окончанием er, а превосходная артиклем the и окончанием est. Прилагательное, которое заканчивается на y, меняет эту букву на i. Если односложное прилагательное заканчивается на гласную плюс согласную, то в сравнительных степенях согласное удваивается. Итак, начнем с первого слова. Long – длинный. Записываем слово. И пробуем добавить окончание «er» в сравнительную степень. «Long», «loner» и превосходное «the longest». Длинный, длиннее, самый длинный. Следующее слово «tall» – высокий. «Taller» и «the tallest». Высокий, выше, самый высокий. Следующее слово. Wide, широкий. Wide, wider, the widest. Широкий, шире, самый широкий. Следующее. Happy. Happy – счастливый. Здесь действует правило, когда буква Y изменяется на I. Happier – превосходная степень, the happiest. Следующее слово – sad – грустный. Sadder. Удваивается последнее согласное. The saddest. Грустный, грустнее, самый грустный. Nice. Красивый. Nicer. The nicest. Следующее слово. Cold. Холодный. Colder. Холоднее. The coldest. Самый холодный. Следующее слово. Merry. Веселый. Merrier, веселее, и the merriest, самый веселый. Sunny, солнечный. Sunnier, более солнечный, и the sunniest,
самый солнечный. И последнее слово warm. Теплый. Warmer. Теплее. The warmest. Самый теплый. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, будем рады видеть вас в наших группах в социальных сетях.